Tamsho Khuntava, Dobri Vecher, Sharat Mar Givargis, Ava Brecha, Alchulofun, Alchulibne Umtan Kat Ina Lacha, Uchulibne Umtan Kat Adia, Ahahur Zidian Bhzayuna, Jufrisha, Atravata Dunya. Добрый вечер всем! Поздравляю всех с праздником Святого Георгия и поздравляю всех, кто присутствует сейчас в этом зале и всех, кто сейчас видит наш эфир в разных странах мира. И запись пойдет также на разные каналы ассирийские в разных странах. Поэтому я буду говорить на двух языках, чтобы было понятно всем, кто, к сожалению, не знает нашего родного языка. И на ассирийском языке для того, чтобы все ассирийцы во всех странах поняли, о чем идет речь. В первую очередь, большая благодарность организаторам этого праздника, семье Хановых. Аллочка, ты, как я уже тебе сказала, превосходишь сама себя и бьешь свои рекорды. Спасибо. Мэнкамэка, барухуван агаюмадыя, алчулыбнэум тэндэхтмэри. Утлан кубалтай бута рафта, мен маризанет ага хурза, бейтуйтут би ханов, мякарта ала ханова, кат аничмашина, ага хурза марьюзула, у кадага юмадыя, кадага шара, ахнанчудам бекпеши дахлаха. Очень важно, что мы вот так вот собираемся здесь. Очень важно такие праздники, которые, я надеюсь, будут проводиться все чаще и чаще, потому что у нашего народа очень много праздников, и народных, и церковных, святых праздников. И эти праздники способствуют тому, что мы все собираемся, способствуют единению нашего народа, способствуют сохранению нашего народа, нашего языка и нашей культуры. Раба Махдиентеля, катахнану дзюляхак пишевах, у псоровах, кат... Адха юмака юм бэдзэди ани зуяха, бэдзэди ани юманы, катахнан адха баджмаева халудала, атлан явальта ушкальта, атлан ясура амудала. Сабаб ахнан бурбызывах, джуприша атравата, джуприша мбината. У ани юмана, раба ананкаина, ка умтадия. Также хочется подчеркнуть, что не только праздники мы должны вот так вот все вместе собираться и отмечать, но у нас есть еще другие дни, которые очень важны для нашего народа. Например, день ассирийского языка, день родного языка. У каждого народа свой день, и каждый народ отмечает свой день. У нас день ассирийского языка 21 апреля. Мы в нашей школе ассирийской ставим спектакли. Дети готовятся на родном языке, и очень радостно видеть, когда многие приходят посмотреть на выступления детей. И также мы обязаны, для нас очень важен 7 августа, день памяти жертв ассирийского народа. В этот день мы тоже обязаны собираться и почитать своих героев, почитать тех, кто отдал свои жизни за наш народ. Шарат Мар Гиваргис Авбрихал Чулёху.